Губернатор Московской области наградил сотрудников детских домов региона и приемных родителей. Андрей Воробьев отметил, что награды вручаются за создание для детей комфортных и безопасных условий в период распространения коронавирусной инфекции. В период пандемии 290 подмосковных детей-сирот провели в приемных семьях. После того, как изоляция закончилась, 67 ребят остались в своих новых семьях.